Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас будет интересный цилиндр фирмы Дом. Значит, я не знаю еще сколько здесь спинов. Не открывал его. Открываем впервые. Имеется маркировка у цилиндра. Значит, пины есть снизу, сверху, сбоку. Какие из них активные, сколько их, не знаю. Поэтому мы обязательно разберем этот цилиндр после вскрытия и посмотрим, какие пины здесь установлены. Давайте поставим. Немножечко постараюсь приблизить, чтобы было лучше видно. Открывать буду. Давайте этим натяжком и возьмем клюшку Pro 03. Так, ну поехали. Видим небольшую сработку. Хорошо. Оп, еще лучше. Давайте проверим верх теперь. Так, здесь у нас не пролазит клюшка. Пин высоко стоит. Так, теперь давайте попробуем еще раз вниз пройти.
Так, вроде бы, если я не ошибаюсь, еще один пин мы поставили на место. Вроде бы. Так, вроде бы здесь мы все выставили. Теперь вверх посмотрим. И мы видим, наконец-то, вскрытие этого цилиндра. Давайте мы его довернем до конца. Посмотрим, с какими препятствиями мы еще столкнемся. Видим, что еще раз цилиндр блокировался. Значит, посмотрим, где он. Где он заблокировался у нас? Не здесь.
Оп. Видим дальше проворот. И мы могли бы его докрутить, но докручивать не буду. Почему? Потому как заново нужно будет вскрывать. И нам необходимо его разобрать. Давайте обратно мы его в обратную сторону. Сейчас мы его... Так, одну секундочку. Снизу возьмем. И мы видим снятие блокировки. И в таком положении давайте мы его сейчас разберем. Так. И давайте теперь так это все сделаем. Снимем стопорное колечко. Снимем стопорное колечко. Давайте вначале поставим, чтобы плах не заблокировался. Опа. Есть. Так, теперь выровняем. Пиноудерживатели давайте вставим сюда. Так, вроде бы все у нас получается. Да. Итак, давайте вначале изучим плах. Это отодвинем. Видим, здесь есть один пин. Здесь у нас 5 пинов. Два из которых стальные. Вот. И с другой стороны, что у нас есть? С другой стороны. Так, давайте, в общем, разбирать это все. Пины бомбочки стальные видим. Давайте я сейчас достану другие пины. Пинцет. Ключика у нас нет, поэтому нам секретная часть не имеет значения. Давайте посмотрим, какие здесь пины. Или можем это сделать чуть позже. Поставим так, как они были. Имеются две таких вот бомбочки. Одна длинная, другая короткая. Если мы этот кей-пин передавим, то, естественно, уже вскрытия не будет. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас здесь. Значит, это пин, который проверяет профиль ключа. Он неактивный. Вот такой вот пин у нас имеется. Далее давайте посмотрим. Здесь у нас также есть 1, 2, 3, 4 пина. 4 пина. Это вверх
сверху. Давайте их также достанем. Вначале посмотрим, как они установлены. Видим эти пины. И давайте достану, возьму клюшечку и достанем эти пины. Угу. В общем, не хотят они доставаться. Ну, не будем мы их доставать. Особой роли они не играют. Пусть находятся в плаге. Такой вот плаг у нас. Более подробно об этом замке я расскажу в своем обучении. И давайте посмотрим сейчас, какие у нас пины нижнего ряда. По одному пину будем доставать. Оп. Первый пин. Такой у нас бочонок с проточками. Пины похожи чем-то на пины Асса. Потом вот такой вот у нас есть пин, это второй. Далее третий, обратите внимание, аналогично. Четвертый, обратите внимание. И пятый какой-то у нас еще должен быть. Оп. Выскочил такой же, как и четвертый. Пины довольно-таки интересные. И давайте я сейчас сразу вытрушу пружинки. Посмотрим корпус. Видим еще дополнительные отверстия в верхней и в нижней части. Пять луз. Такой вот корпус. И давайте теперь перейдем, разложим наши пружинки и перейдем к более детальному изучению пинов. Давайте теперь я это все увеличу. Посмотрите, какие пины. Так, чуть-чуть для фото это сделаем, чтобы фото на заставку поставить сразу. И давайте посмотрим сами пины. Это пин боковой у нас был. Пины нижнего уровня, как вы видите. Пины напоминают пины Асса. Они также имеют зацеп на конце. И если вы хотя бы немножко передавите этот пин,
он уже ну, застопорится, и цилиндр будет вскрыть невозможно. Также у нас имеются вот такие вот гантельки своеобразные. Ранее мы уже рассматривали такие пины, поэтому останавливаться особо на них не буду. И пружинки, как вы видите, из светло-желтого металла. В общем, такой вот цилиндр. Надеюсь, это видео будет полезным. Всего доброго.